Мне можно. Доброго вечера, матушка. И тебе, великий князь. Что это? Так сын родился, гуляю. Я просил за тебя отца, чтоб выпустил. Но честь такого-то дела, ну ты ж его знаешь. Спасибо, что просил. Ты на него в обиде? Он муж мне. Причем здесь обида? Он тебя простит. Скоро все изменится, поверь. А за твоего сына? За князя Дмитрия. Отпустить я тебя не могу, если есть другие просьбы. Есть. Пускай мне позволят увидеть Васеньку. Хорошо, даю слово. Спасибо, великий князь. Как здоровье, Елена Штефановна? Здорово. Только теперь мне кажется, что я ей не нужен.